Привет, дорогой друг канала «Современные родители». В этот раз я поделюсь с тобой лучшими идеями для подарков девочкам от 1 до 3 лет. Первым у нас с тобой будет умный зайка. Этот ушастик может стать настоящим другом для ребенка с рождения. Оформлен в приятные оттенки, не раздражающие восприятие детей. Форма тоже с тонкой талией для комфортного захвата маленькими ручками. Пластик качественный. Чтобы его сломать, нужно сильно постараться. Помимо мордочки, у зайца заметно выделяются его ушки. Они сделаны из безопасного силикона, так что их можно совершенно спокойно проверять на вкус. Заяц неплохо разбирается в музыке и может поделиться своим любимым репертуаром. В него входят самые разные детские песенки, сказки и потешки. Кроме того, он может помочь убаюкать ребенка с помощью белого шума и нескольких успокоительных мелодий. Разработчики включили в игрушку еще немного интересного интерактива. В комплекте есть несколько круглых карточек разного цвета с картинками. Если поставить ушастого на определенную карточку, то его уши загорятся тем же цветом, что и карточка. А еще произнесет название этого цвета и издаст звук того предмета, который нарисован. Забавный обучающий элемент взаимодействия с игрушкой. Батарейки зайцу не нужны. У него свой аккумулятор. Разъем для зарядки которого находится прямо под хвостом. Стоит такой прикольный заяц около 1700 рублей. Не забудь, дорогой друг, что в описании есть все необходимые ссылки с ценами и подробной информацией. А еще там тебя ждет промокод, который поможет немного сэкономить. Дальше пойдет Лего Дупло. Не самая доступная игрушка, конечно, стоит около 11 тысяч рублей. Из этого конструктора собирается вполне крупный домик со всей положенной инфраструктурой и обстановкой. Деталей немного, всего 129, так что сложностей у маленькой строительницы возникнуть не должно. К тому же это серия Дупло. Кирпичики большие, удобные, легко вставляются друг в друга и также легко вынимаются. Сборка обещает быть увлекательной, потому что самых разных элементов предостаточно. Помимо основных строительных кубиков есть декор, мебель, предметы быта и посуды. Все это можно расставлять, переставлять и давать в руки мини-фигуркам, которых в наборе 5. Семья из 3 человек и собака с мишкой. После сборки, конечно же, можно собранным домиком бесконечно играть. Ситуаций и сценариев можно придумать массу. А если дома уже есть подобные наборы Дупло, то можно водить их друг к другу в гости и объединять миры. Не забудь подписаться на канал «Современные родители», чтобы гарантированно не пропускать новые выпуски с подборками самых актуальных товаров для детей и их родителей. А еще будет круто, если поддержишь меня лайком и комментарием. Отличным подарком может стать танцующий ленивец от Fisher-Price. Внешне выглядит действительно как ленивец. Производитель добавил в него немного кибернетики, поэтому зверек с кнопками на лапах и животе. Эти кнопки активируют различные режимы воспроизведения звука и действий. По сути, весь танец ленивца заключается в шевелении лапами и головой. Этот незамысловатый тектоник должен пробудить в ребенке танцора и присоединиться к танцу. Также в плейлисте «Ленивца» есть фразы и песенки, в которых он рассказывает ребенку название цветов, счет и буквы алфавита. Игрушка входит в серию «Линки Малс». Представители этой серии могут узнавать друг друга и вместе устраивать вакханалию из песен и танцев. Чем больше игрушек участвуют, тем веселей получится дискотека. Стоит игрушка около 9100 рублей. Домик со светом является собой традиционный бизиборд, только в виде компактного домика, на каждой из частей которого есть огромное количество самых разных элементов для привлечения внимания ребенка. Здесь тебе и всякие цепочки, и розетки, и шнурки, и крючки, и кнопки, и многое другое. На крыше даже есть небольшой светодиодный фонарик. Все это яркое и привлекательное, так и хочется потрогать. Корпус домика деревянный, а элементы кто во что гораст. Текстиль, пластик, металл. На одной стороне есть двойная дверца, которая раскрывается и предоставляет доступ во внутреннее пространство. Там можно прятать другие игрушки или конфеты. Для моторики, для изучения различных процессов и поведения разных материалов игрушка отлично подойдет. Обойдется она примерно в 2300 рублей. Должны понравиться детям и зверята-акробаты. Они, по сути, представляют из себя этакий большой простой сортир.
потому что маленькие звери могут становиться на плечи большим, формируя пирамиду. По мордам зверей можно различить корову, медведя, кота и вроде собаку, хотя в последней не уверена. Пиши в комментариях, что за животные тут участвуют. Кроме групповых сеансов, животные могут представлять и отдельных личностей. Они имеют колеса и могут самостоятельно перемещаться. Довольно незатейливая развлекуха для самых маленьких. Стоит около 300 рублей. Обучающий ежик входит в серию Linky Mouse от Fisher-Price. Мы с тобой уже встречали ленивца оттуда чуть раньше. Вот вместе они могут выступать и петь. Ежик внезапно напоминает ежика, только из киберпанка, потому что снаряжен колесами, кнопками, разнообразными крутилками на спинке. Но это все для активации определенных звуков. Ёжик знает штук 40 разных песенок, звуков, фраз и все это воспроизводит. Ноги, колеса тоже не просто так. Возле симпатичной морды ежа есть шнурок, за который можно выгуливать своего футуристичного питомца. Игрушка собрана качественно, привлекает внимание и развлекает ребенка. Стоит около 8800 рублей. Тактилики – это комплект разноцветных мягких мячиков. Все они имеют разную текстуру, с ними приятно и интересно взаимодействовать. А с помощью некоторых можно даже сделать массаж. Сделаны шарики из ПВХ, с ними можно купаться в воде. Они легко сжимаются в руках, тренируя моторику и массируя руки. Также можно катать их ступнями для легкого массажа. Кроме того, при правильной подаче можно освоить название цветов. Стоит игрушка около 700 рублей. Неприхотливая, простая, полезная. Логический теремок – это занимательная игрушка, которая потребует от ребенка проявить немного логики и воображения. Представляет из себя домик с живущими там зверями, каждый в своей комнате. Двери комнат закрываются на ключ. К каждой двери подходит ключ определенной формы и цвета. Это еще не весь квест. Чтобы посадить зверюгу в комнату, можно поместить его на крышу. Там есть отверстие определенной формы. И у каждого зверя есть подставка своей формы. В общем, чтобы попасть в дом, нужно совпадение формы отверстия и подставки. Затем нажимается рычажок под крышей, и животное оказывается дома. Теперь, чтобы его выпустить, надо подобрать замок. Вот такая вот хитрющая игрушка. Помимо решения этого квеста, можно и просто играть с фигурками и домиком. Оформлено все красочно и ярко, привлекает внимание. Стоит игрушка около 1100 рублей. Медовый зайка умеет очень многое. Помимо привлекательной внешности, он умеет петь песни и рассказывать сказки на русском и английском языках. Знает их суммарно больше 70 штук. Где-то в недрах зайца встроен микрофон, который позволяет записывать собственный контент на карту microSD. С микрофоном можно побаловаться и по-другому. В режиме повторения заяц будет повторять за ребенком прикольным голосом. Интересно, что в зайца встроен еще и Bluetooth. Он нужен для воспроизведения контента через игрушку с любого смартфона. Для засыпания ребенка предусмотрены несколько колыбельных и белый шум. Корпус игрушки сделан из качественного и надежного пластика, который не так просто сломать. А уши силиконовые. Можно их грызть и трогать. Конечно, как их не погрызть, если они светятся в темноте. Питается игрушка от встроенного аккумулятора, а стоит около 3500 рублей. Первые уроки музыки от марки «Жирафики». Это игрушка в виде небольшой музыкальной установки. Сверху установлены пара барабанов, а снизу клавиши, как у пианино. Ребенок может играть мелодии собственного сочинения, а может слушать звуки животных, нарисованных на клавишах, и песенки про них. Барабаны тоже можно пустить в ход, они придадут больше ритма композиции, тем более, что они эффектно светятся при нажатии. Игрушка довольно простая, но увлекательная, стоит около 900 рублей. Не забудь подписаться на канал «Современные родители», а также поддержи меня лайком и комментарием. Загляни в описание, там есть все необходимые ссылки на игрушки из ролика, там же лежит промокод. А сейчас до свидания, встретимся в следующем ролике.